А теперь к другим темам. Каждый год в нашей стране регистрируется до 500 000 новых случаев онкологических заболеваний. И эта цифра постоянно растет. Всем известно, чем раньше выявить заболевание, тем больше шансов на успешное излечение. С целью профилактики онкозаболеваний в крае реализуется проект «Кубань против рака», в рамках которого в муниципальных образованиях проводятся онкопатрули. Один из таких прошел в Славянской центральной районной больнице. Краевые врачи-онкологи в Славянском районе уже не в первый раз. Онкопатрули проводятся каждые 3 месяца. Акции проходили в Анастасиевском и Петровском сельских поселениях. В этот раз славянцев принимали в первой городской поликлинике. Жители получили возможность получить консультации врачей краевого клинического онкологического диспансера №1, таких как мамолог, онкоуролог, онкопроктолог, онкодерматолог, пройти ультразвуковое обследование. Будут консультации, будет осмотр специалистов. Вот, по необходимости будут выдавать рекомендации, что там, что дообследовать, что еще посмотреть. Вот, маммография у нас будет работать, то есть женщины могут пройти маммографию. Прием врачей краевого онкодиспансера начался в 9 часов утра. К этому времени коридоры поликлиники уже были наполнены желающими пройти обследование. Мария Ромашова пришла, чтобы проконсультироваться у онкодерматолога и маммолога. Прием был организован в субботу, что дало возможность и работающим людям проверить свое здоровье. Чем удобно, что оно рядом в городе, в том, в котором ты живешь. Не надо ехать в Краснодар, занимать очередь, брать направление и так далее. Это очень удобно и очень, ну, как хорошо для нас. И особенно хорошо, что в субботу, когда работающие люди могут прийти и провериться в нерабочее время. Это очень хорошо. В рамках акции врачи краевого онкодиспансера приняли около 500 славянцев. На этой неделе в Славянской ЦРБ стартует еще одна акция – «Неделя женского здоровья», которая пройдет с 26 февраля по 3 марта. Все акции направлены на раннее выявление новообразований у населения и своевременное лечение онкологических заболеваний. Проблема в том, что злокачественные новообразования занимают второе место в числе причин смертности населения Краснодарского края. Ежегодно на Кубани врачами-онкологами выявляется более 25 тысяч случаев злокачественных опухолей. 25% из них устанавливаются в запущенных стадиях заболевания. Но если регулярно проводить профилактические обследования населения, проблема может быть сведена к минимуму. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».